Реальные пацаны – это история. А о простых провинциальных парнях из Перми, которые даже в самых непростых жизненных ситуациях пытаются искренне любить и быть счастливыми. Первый сезон комедийного проекта от ТНТ вышел на экраны в 2010 году. За экспериментальный сериал взялась режиссер Жанна Годнякова, которая не покидает свой пост уже 10 сезонов картины. К своим ролям из года в год неизменно также возвращаются Николай Наумов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер, Мария Шакунова, Валентина Мазунина, Марина Федункин, Станислав Тляшев, Алексей Базанов, Антон Богданов и Игорь Азнабихин. 10-й сезон, а как его еще называют, прощальный, вышел на ТНТ в октябре 2023 года. Основное действие сезона развернется в деревне Наумовка, родовом поместье главного героя Николая Наумова, которое досталось ему наследство от бабушки. К сожалению, 11-го сезона сериала «Реальные пацаны» не будет. История завершена. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.